Итак, друзья, чем мне понравилась Logitech G Pro, механическая клавиатура? Дело в том, что здесь специальная подсветка, сейчас вот она подстроится под Dota. Смотрите, я выбираю, значит, второй скилл, здесь вот, и... Даша. Итак, друзья, чем мне нравится Logitech G Pro? Смотрите, в каждой игре отдельная подсветка. Вот я прокачал второй скилл, он на W, и у меня ровно этот же скилл, значит, сейчас загорелся, да? То есть загораются ровно те клавиши, которыми сейчас можно пользоваться в игре. Соответственно, вам не надо искать, угадывать, если вы какую-то клавишу забыли. Вот видите, второй скилл W и горит. Если я прокачаю второй скилл, то сразу же появится подсветка на второй, второй кнопке. Вот. Ну, то есть это круто. В другой игре то же самое. Так, друзья, то же самое в батле. В начале буковка V, да, и вот сейчас она перейдет, то есть загружается в начале. И сейчас будет нормально уже. Вот, видите, на те ровно клавиши, на какие надо, опять загружается буковка V, и подсветка опять же будет именно той, которая должна. Видите, как только играем, все необходимое здесь у нас. Все, что, если вы забыли, что нажимать можно. Как всегда, никто тебя не прикроет. Так что, друзья, видите, красным мигает, когда ты умер, потом буковка опять видите, то есть такое ощущение, как будто клавиатура вообще живет просто, она тебе сообщает все, что происходит на экране, и это, блин, видите, опять ви при заставке, и когда я сейчас возражусь, сейчас как раз вот подсветка появляется. Ну, играть, естественно, как видите, я не умею. Ага. Ну-ка, его убьют хоть? Нет, его даже не убьют. Ладно, друзья, вот так вот. Так что, вот это круто.